помните, старуха Пушкин про рыбку золотую, понимаете? Вот. Вот она, женщина без любви, понимаете? Ей то дали мало, дали мало, все. Это, дед несчастный ходит, там, просит, все, ну, не важно, ну, полюби ты его, этому дед, он же старается, там, рыбу тебе ловил, понимаете, желание твое исполнял. Чего ты не полюбишь ты его? Чего ты не повосхищаешься? Много мужиков золотую рыбку поймали, чтобы она еще все жила? Да нет. К нему пришла. Он какой у меня старикашка-то. Ого-го. Вот, не все могут похвастаться. Да? Так же могла бы думать. Но нет, он, дед старый. Все. Давай мне, владычицей хочу быть морской, чтобы рыбка золотая была мне посылать. Ну, ты женщина, зачем ты? Ну, ты держи себя это в руках. Любить – это восхищаться. Восхищаться – это стоять как бы под. Вот вы стоите и смотрите на картину. Вы восхищаетесь, понимаете? Вот. А если вы стоите и смотрите в яму, вы уже не восхищаетесь, ничего. Вот. А надо уметь восхищаться. Восхищаться человеком, которого вы любите.